43-летняя Лариса Хатмулина отвечает за красоту звезд уже 18 лет. Популярная визажистка рассказала о работе с Жанной Фриске и Ксенией Собчак. Экс-солистку группы «Блестящие» Лариса считает своим самым добрым и незвездным клиентом. «Мы просто с ней дружили. Мы с ней поехали на каникулы в Мексике. Я ей говорю: Жанночка, я же не умею делать волосы. Она мне ответила: ничего страшного, я буду твоей болванкой, а ты будешь на мне учиться», — поделилась воспоминаниями о работе с умершей 4 года назад артисткой Хатмулина. Визажист призналась, что с Ксенией Собчак не просто работать, потому что у блондинки всегда мало времени. «Самый трудный момент с Ксенией – это время. Нам дается лимитированное время. Мы должны за 40 минут успеть все. С Ксенией мы ничего не обсуждаем, я пришла, сделала и ушла», — рассказала она. Именно Лариса отвечала за свадебный макияж Ксении, когда она выходила замуж за Константина Богомолова. Тогда визажист придумала один образ для свадьбы и венчания, а второй – для вечеринки. «Мы четко обговорили, что на венчание и на регистрацию в ЗАГСе мы сделаем свежий, очень легкий макияж. На вечеринке мы уже не стеснялись, так сказать», — пошутила Хатмулина в беседе со сплетник.ру. Недавно Матильда Шнурова показала романтичную прогулку Собчак и Богомолова в Соренто. Сергей Шнуров усомнился в любви блондинки ко второму мужу.